Черт, да что не так с этим приемником? И сегодня в нашей студии были... АСМР радио, это интересно. АСМР радио я еще не слышал. Радио АСМР, это достаточно интересно. Это достаточно интересно. Я думаю, что, возможно, с этим может быть связан ASMR-бокс. Так, нужно вычислить контакты и адрес этого радио и навестить их. Алло, привет. Слушай, мне надо вычислить одно местечко. Буду рад, если ты найдешь для меня его адрес. Это радиостанция, частота 104,6 FM. Раньше ее не было, но сейчас она внезапно появилась. Я хочу знать, кто ее владелец. Хочу знать, кто ее владелец, да. Ну или хотя бы хоть что-то ты мне можешь подсказать? Мне нужен адрес хотя бы, или их телефон, что-нибудь. Черт возьми, зачем я тебе плачу деньги вообще? Ну, ты же работаешь в полиции, а не я. Ладно, я тебя понял. Что, совсем ничего нет? Это очень странно. Ладно, я перезвоню тебе. Давай. Итак, что мы имеем? Очень интересная история. Я ловлю радиостанцию, которой вроде бы как и нет. Адрес неизвестен, неизвестен, кто владелец этой радиостанции. Известна только частота 104,6 FM. Черт возьми. Но человек из полиции ничего не знает. Возможно, у ребят из корпорации будут какие-то мысли по этому поводу. Здравствуйте. Я прошу прощения. Я попал в фирму по продаже подержанных пылесосов, да? Прекрасно, прекрасно. Мне нужен отдел продаж, мистер Мэппл, пожалуйста. Да. Спасибо. Здравствуйте, мистер Мэппл. Я от мистера Бёрнса. Очень приятно, да. Послушайте, я хотел бы узнать некоторую информацию. Возможно, в ваших силах мне помочь. Есть одна радиостанция. Я знаю только лишь ее частоту, но мои люди никак не могут вычислить ее координаты, либо же какие-то контактные данные. Да. Что? Понял. У вас не получается. Да. А, вам это неинтересно. А что, вы можете подсказать человека, который может мне помочь? Хорошо. Буду рад, спасибо. Да, сейчас, одну секунду. Одну секундочку пишу. Так. О, мистер Бисквит. Понял. Да, спасибо. Да, конечно, я буду обращаться к вам только в самом крайнем случае. Это именно он. Спасибо, да. До свидания. Черт, да сколько можно, блин? Я что, вам школьник, что ли? Дали один телефон, теперь второй телефон.
Ладно, хорошо. По крайней мере, деньги платят, и немалые. Мистер Бисквит, меня зовут Джон Стоун. А мне нужно разузнать... Оу, вы уже в курсе? Неплохо. Да, конечно, сэр, я не буду лезть не в свое дело. Мне нужно разузнать одну информацию. Я, к сожалению, не смог найти ее из своих источников. Мои люди ничем не смогли мне помочь. Возможно, у вас есть некоторые источники, по которым вы сможете вычислить. Мне нужно узнать адрес одной радиостанции. Я, кажется, наткнулся на одну ниточку. Если потянуть за нее, мы сможем выйти на СМР-боксы. Да, адрес радиостанции, либо же какие-то контактные данные. Ее частота 104,6 FM. И, к сожалению, мои люди не смогли мне помочь найти ее. Она как будто бы растворилась в этом городе, мистер Бисквит. Да. Так, я понял. Есть еще одна небольшая проблема, мистер Бисквит. Моего человека, который работал на мафию, раскрыли. Мне нужно больше финансов, чтобы привлечь больше людей на свою сторону. Так мы быстрее сможем вычислить СМР-боксы. Также мне не помешало бы незарегистрированное оружие. Спасибо. Так, записываю. Так. На остановке. Так, адрес, улица Field Street 23. Там меня будет ждать автомобиль. Он будет не закрыт. Марка Chevrolet Captiva. Понял. Прекрасный автомобиль, мистер Бисквит. Спасибо. Да, так, там будет лежать кейс. В нем будут все инструкции. Я вас понял. Я вас понял. Спасибо большое. Что вы. Я забыл уже ваш номер, да. Буду звонить только по самым экстренным случаям, мистер Бисквит. Спасибо вам огромное. Было приятно, да, пообщаться. До свидания. Спасибо. Вам тоже удачи. Что ж, иногда бывает полезно слушать радио. Оно успокаивает. Осталось только дождаться положенного времени и найти эту машину. Чёртова погода, на улице уже третий день идет снег. Ведь наступила весна. Скорее бы уже найти этого СМР-бокса и закончить с этим делом. Оно начинает мне надоедать. Я очень не люблю, когда со мной играют в кошки-мышки. Что ж, время пришло, пора сделать небольшую вылазку. Стейси, я ненадолго отлучусь. Скажи ребятам, что Джордж за старшего. Я скоро вернусь. Дом 5, 7 этаж, 714 офис. Что ж, игры закончились, СМР-бокс.